Сотрудники Национальной гвардии отмечают профессиональный праздник. Впервые после подписания указа об образовании войск. Чувашские офицеры принимали поздравления в театре оперы и балета. Со дня образования Российской гвардии не прошло и года, а в ведомстве уже определили имена лучших сотрудников. Многим офицерам сегодня вручили благодарности и почетные грамоты от начальника Приволжского управления войск Национальной гвардии. Отметили и работу майора полиции Дарьи Шмаковой. Сейчас она служит в республиканском ОМОНе. Девушке для этого подразделения – большая редкость. В 2003 году по окончании средней школы я поступила в Чебоксарский филиал Нижегородской академии. Там занималась стрельбой. Благодаря полученным навыкам в 2007 году мне предложили пройти службу дальше в спецподразделениях. Я выполняю кадровые задачи, то есть это персональный учет данных сотрудников, прием кандидатов на службу. В структуре Национальной гвардии по Чувашской республике сейчас служит больше 1000 человек. В состав войск вошли специализированное подразделение МВД, неведомственная охрана, а также отряды ОМОН и СОБР. И теперь, 27 марта, вы ежегодно будете отмечать свой профессиональный праздник. Вы все стоите на страже правопорядка, борьбе с терроризмом. От вашей слаженной работы зависит благополучие и спокойствие граждан Российской Федерации.